Дима всего лобстера расколошматил. Короче, вот это вот есть нельзя. Это... это что-то? Мясо я нашел, короче, где нашел мясо. Он сломал хитиновый покров. Да. Я нашел мясо. Короче, вот в этой штуке здесь были куски мяса. Короче, вот это все я оторвал, в ребрах нету нифига. Вот здесь вот. Здесь нет, вот здесь мяса нет. Это называется Диме больше не наливать. А вот здесь как бы чуваки удивятся. Они же ни разу не видели. Что вот так вот разделывали. Причем, что я вот половина своего кусмана, и он еще стал его разделывать. Не, вот здесь есть как бы мясо. Много? Ну, не то, чтобы много. Ну, не знаю. Мне половины хватило выше крыши. Но мне почему-то показалось, что креветки не уступают по вкусу. Это мясо более жесткое, более, скажем так, по вкусу. Креветки более нежные. В принципе, для разнообразия можно. Ну, цена, она, я не думаю, это просто как не оправдывается. Но видишь, вот видно, как Дима поглощает. И можно было заметить, что мясо... Заглатывает. Нет, мясо имеет волокнистую такую субстанцию. Вот. Не скажу, что оно мягкое. Если, мне кажется, чуть-чуть подольше поготовить, оно будет как резина. Вот. Ситуацию спасает здесь соус терияки, скажем так. Вот. По сути говоря, в принципе, то есть вилка здесь лишний атрибут. Я думаю, что все-таки мы практически последние остались, как вы видите. Последняя пара сидит еще с ребенком, да, и мы. Короче, мясо еще процентов 20 есть. Вот то, что они оставили, когда разрываешь эти части. Покажи вот это вот. Я вижу, вижу. Короче, вот это вот, то, что осталось из этого краба. Не краба, а лангуста. Да, Дима вчера лангуста видел. Была печень. Кто-то ее съел. Печень не нашел. Хотя очень искал. Да, Дима прочитал вчера в интернете, что печень лангуста... очень вкусная деликатес. Короче, это усы какие-то или ноги. Ноги. Походу, это ноги.